локация, в которой, в принципе, можно делать все в рамках приличия, вообще, как минимум. Потому что, ну, когда мы были детьми, мы позволяли себе очень многое. Очень многое, поверь мне. Там чуть ли не во все тяжкие, короче, но, удача и отличный склад ума спасло нас от этой всей, от этого всего пиздеца, именно. И теперь мы такие, какими мы стали, скорее всего. Открыты до сих пор к общению. И такие же пьяные и обколпашенные, как и были раньше. Какая разница? Главное быть на шаг впереди. Просто на один шаг впереди. Как будто свет, он очень быстро пролетает сквозь пространство. И ты вместе с этим светом летишь на шаг впереди. А сзади вот это все, что ты переживаешь. Не успел отвернуться, все тени, фу, накрыло там где-то. А так ты на шаг впереди, и все, что забрасываешь, это только тень. По времени. Понимаешь? Вот, вот как-то так, короче.